Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. У меня новиночка. А я сделала бижутерии своего бренда. Кто не знал, у меня есть свой бренд бижутерии ручной работы. Ссылка есть в описании, поэтому можете перейти по ссылке и посмотреть. А мы с вами выберем пакетик. Давайте вот этот. Далее наша прошлая новинка Hello Kitty. А давайте выберем вот эту. Наша вторая прошлая новинка Toca-Boca. Давайте выберем вот этот. Беленький просили. Пазл, давайте выберем вот этот розовенький. Очки, давайте вот этот. Но перед распаковкой сегодня у нас привет получает... Я боюсь, очень боюсь неправильно прочитать, поэтому тебе огромный приветик. И тебе посвящается вот такой вот стикер миленький. Вот так. Ну, а мы переходим к распаковочке. Итак, наша коллекция очки. В прошлом видео нам бабочки такие попались. Красивые. Смотрим. И нам попадаются вот такие вот очки, прикольные. Они идут под номером 1. Вот так вот. Далее наша коллекция пазл. Давайте соберем, какие же элементы нам попадутся в этот раз. Два элемента под номером 20 и номер 2. Так, номер 20. И номер 2. Вот так вот. Далее наша прошлая новиночка Toca-Boca. Нам попался такой мальчик. Смотрим. И нам попадается еще один мальчик с такими глазами, звездочками. Звездочки, кстати, такие. Чуть блестящие. И под номером 6 на вторую страничку. Вот так вот. Следующая, вторая наша новиночка. Hello Kitty. Смотрим. Вот такая Hello Kitty нам в шапочке такой попалась. Под номером 2. Вот так вот. Ну и переходим к моему бренду. Бижутерия. Вот так я украсила странички.
вторая страничка и третья страничка. Это, кстати, мой логотип. Вот. И давайте открывать. И нам попалось аж 4 заколочки. Вот такая вот заколочка. Вот такая вот заколочка. Вот такая вот. И вот такая вот. Обязательно фотка будет здесь, чтобы вы посмотрели, что на самом деле я делаю такие заколки. Сама вручную их. Придумываю их дизайны. Вот. И давайте приклеим. Так, это заколка под номером 4. Это заколка под номером 1. Это заколка под номером 2. И под номером 3. Вот так вот. Немного неровненько. И вот такие вот у нас заколочки получились. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Всех люблю, обнимаю и всем пока!